Zombie Apocalypse. Всем привет! Вы на канале Top Family Life. Сегодня у нас очередной челлендж. В нем будут участвовать дети. А мы с мамой будем вести. И называется он Sport Battle. Дети будут у нас соревноваться в спорте. Но не просто спорт, а спорт будет с приколами, с шутками, прибаутками. Также я сейчас тебе расскажу лайфхак, как легко подписаться. Загонять. А, вот с этого момента попадут. Сворачиваешь видосик, вниз чуть-чуть пролистываешь, там видна красная кнопочка. Одним пальцем, локтем или носом можешь ее нажать, и у тебя будет серая подписка. И все, и обратно разворачиваешь, вот и все. А что, так можно было, что ли? Ну а мы начинаем. Первый конкурс у нас называется «Стойка на руках». Сейчас дети встают в стойку на руках, облокотившись ногами к стене, соответственно. И кто дольше в такой позе простоит, проигравший, кто первый устанет, естественно, будет опускаться вниз на голову. А внизу будет ждать его сюрприз – кетчуп. Естественно, кто проиграет, тот прямо вонзится головой в кетчуп. Победитель? Есть победитель? Ну что, готовы? Вот оно наказание ждет проигравшего, кого-то из них. Ну, вставайте на руки. Посмотри на это. Пятно перед тобой. А что их ждет внизу-то? Есть у нас проигравший. Ну что? Но Замир недолго продержался после него. А смысл? Красава, молодец. Друзья, ну что, ради таких вообще для вас, это все дело происходит для вас. Не забудьте подписаться на наш канал. И вот у нас второй конкурс. Будут они находиться в положении полусидя. Я покажу пример. Они встают вот в такую позу, с согнутыми коленками, руки вперед. И кто дольше так простоит, естественно, уставший будет приседать и ждет его там также сюрприз с водой. 2, 3. Руки вперед, не на гогины, не на коленки. Вот, в такой позе. Руки вперед, Риналь. А что у тебя ноги не 90 градусов? У меня больше согнуто, чем у тебя. Ничего страшного. Ну, у нас ближе к тазику-то. Кто у нас? Кондор плохой? Или горячий? Сядь, узнаешь. Нет. Руки, Рина. Тебе засчитается поражение, иначе. Сядешь, где? Ноги. Я не знаю, все наверху подъездом все. Они трясутся, они синеют. Ненормально. Взрослые. По-моему, Риналь уже совсем близко. Мам, сзади только не снимай, ладно? Я как раз хотела это. Руки. А чё ты как стоишь уже? В смысле? У него... Кто согласен просто намочить свою попу? Нет. Нет, до последнего держится. Руки впереди, Замир. Ну что вы? Я лучше подмоюсь вечером, честно. Всё, я не могу. Ну что? Теперь я показываю свой внешний вид. Отлично.
И переходим к третьему испытанию, которое будет проверяться тоже сила рук. Я предполагаю, что сейчас будет, вот предполагаешь. Показываю, вам нужно встать как позу для отжимания. Тут не на прямых руках, а на полусогнутых. И так стоять. А под вами будет то же самое. Как и в первом конкурсе. Кому на этот раз попадется кинчик? Вот это точно сейчас я. У меня руки болят после. Опа, наказание идет. Тебе как? Машка. Машка. Машка, Макашка. А наказание идет ко второму. Поехали. Полусогнутый Ринель. Я сейчас проиграю, у меня ноги. А руки уже трясутся, у Замира все трясется. Ринель тоже низок, к этому близок. Я только для волос. Может, это? Ты красный. Он лежит вообще-то. У него тихие руки с огни. У него лежит тело. Это футболка просто опущена. Я наблюдаю за вами. Все честно. На коленки не встаем, Ринать. Держимся на пол согнутых. Спину прямую. Делай спину прямую. Вообще нечестно. Спина прямая. О! Проиграл ты, проиграл. Только как мне волос. Ну зачем волос? И Замир снова на последнем дыхании, на последних силах вырвал победу. Последний, четвертый, заключительный испытание. Ну что, друзья? И у нас последний заключительный конкурс, который называется «Минное поле». Каждый пойдет по своей дорожке. Замир по фиолетовой, Ринель по зеленой. Надо пройти каждый шаг, приступая, естественно, на листочек вперед. Пройти через все поле. Но под одной из них чистое поле, а под другой мина. И вот на какое поле наступить, это поможет интуиция. Если вы попадаете на поле с бомбой, то, естественно, бомба взрывается, и вас что-то летит. Опа! И смотрите, что под этой бумажкой. Поднимайте и читайте. Бомба! Вот у тебя бумажка. Бомба! Ринель получает... Бомбу! А что у тебя? Я чисто. Не верим. Проверяем. Вот, там надо читать. А здесь у нас... Чистый листок, ему повезло. Все. Вот это взрыв произошел. Взорвало трамвайте на своей бумажке. А что там еще? Шагаем дальше. Также выбираем лево или право. Опа. Смотрим. Смотрите, что у вас. Не хотел. Давай, я тебе помогу. Чисто. Чисто, Линаля. Чисто. Так, ну. Проходим дальше. Дальше не стоим, не стоим. Идем. Оп, оп. И снова все идут по одной полосе. Все идут по одной полосе. У обоих бомба. О-о-о. Естественно, в Замира летит его долгожданная бомба. Это взрыв. Красава. Летит в Риналя. И вот она, бомба. Это что? Майонез. Снова летит бомба. Ты готов? Взорвался? Взорвался? Оп! Уа! Красно-белый. Он уснул. Может, тебе тоже? Тебе не посекло? Я не на бомбу. И продолжаем. Последний шаг. Последний выбор. Правое и левое поле. Риналь сменил тактику. Так, что же, Риналю я помогу. А у него там пусто. Бомба!
О, бог. Ренат снова нарвался на бомбу. Ну, пошел я за бомбой. И вот она, бомба. Посмотрите, что это. Килька в томатном соусе. Можно так и оставить, да? О, бомба. Нет, я так грязно. Радик, мне голову покажи. Короче. Как тебя посекло-то? Покажи. Ну, друзья, и все ради чего, друзья, ради чего? Ну-ка, папа, показывай. Ради победы. Что все они будет. Сейчас ради у нас победы. Получают? О, тут есть. Ради сладостей. Ну. Вот таких сладостей. Ну, Риналь сейчас, наверное, не видит, что тут за сладость такая. Моется, увидит. Ему кильку больше нравится. Замир видит, получит сейчас. Но я думаю, давайте не будем задерживаться. Им надо срочно принять ванну и душ. И всем пока-пока.